Год назад в южной части города началось строительство нового спортивного объекта. Лыжная база в стиле шале, по мнению специалистов, уникальное сооружение, отвечающее всем нормам и требованиям времени. Главным подрядчиком строительных работ выступила екатеринбургская фирма «Ремонтно-реставрационные работы». На сегодняшний день здание нового спортивного объекта почти готово. Есть замечания, которые шероховатости, которые надо устранять, потому что объект деревянный, естественно, идет определенные процессы усадки по влажности, поэтому сейчас вот все, которые возникают у нас замечания, подрядная организация устраняет. Внутри здания уже четко видно, где будет тренерская, а где раздевалки. Предусмотрено на новой лыжной базе и буфет с мини-столовой. Уже известно, что обеспечением питания будет заниматься управление рабочего снабжения Северского трубного завода. Штат будущих сотрудников тоже укомплектован. В общем, предусмотрели все. Более 300 квадратных метров, где у нас предусмотрено здесь хранилище для лыж, мастерская для подготовки лыж. Потом прием-выдача лыж, раздевалка мужская, женская. И на втором этаже у нас предусмотрена комната для тренеров, для работы тренерского состава. Радует и то, что вопрос с водоотведением земельного участка решен положительно. Павел Ушанев надеется, что электроснабжение к новому лыжному сезону будет доведено до логического конца. Ну а пока вплотную идет благоустройство территории. Сейчас на субподряде работает Полевской технический сервис. В данном проекте у нас предусмотрено устройство по благоустройству, устройство парковочных мест, плюс тротуары и противопожарный проезд. Также мы выполняем газонное благоустройство и все. Стартовая поляна, она в том виде только планируется. До открытия нового лыжного сезона еще есть как минимум пара месяцев. За это время, говорят специалисты, все недоделки будут устранены. Тем более, что новый спортивный инвентарь уже ждет будущих героев спорта. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.